27 июля в ректорском садике Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам лицея имени Лобачевского. В этом году лицей окончили 144 выпускника, из них 33 стали обладателями красного аттестата и золотой медали. Поздравил выпускников ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Вы заканчиваете учебу в одном из лучших лицеев нашей страны, который таковым является уже не один год. Об этом же говорят и практически результаты, как только что здесь было сказано, и международных разных состязаний, олимпиад, конференций, конкурсов российского уровня. На торжественную церемонию были приглашены лучшие выпускники лицея, в числе которых отличники, призеры и победители олимпиад, а также стобальники. Понятно, что на данный момент еще не все результаты единого государственного экзамена известны, но те, кто уже получил такие отметки, они сегодня аттестаты тоже получили с рук Альберта Вартановича Аганова, человек, который вложил достаточно много усилий в развитие нашего лицея Лобачевского и долгое время стоял у руля одного из ведущих институтов, ранее факультетов нашего университета, это факультета физики. Со словами благодарности учителям выступили и сами выпускники. Они поделились яркими воспоминаниями из школьной жизни и планами на будущее. Их поздравил и директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельцина. Это большой, серьезный этап в вашей жизни, дорогие дети. Но, тем не менее, впереди вас ждет большая и интересная жизнь. Всю эту жизнь вам надо будет учиться. А то, что происходит сегодня, помните, во времена кризисов, это времена возможностей. Торжество прошло с соблюдением всех рекомендаций по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Перед началом у всех присутствующих была измерена температура и продезинфицированы руки. Также все участники мероприятия заблаговременно прошли тест на COVID-19 силами университетской клиники КФУ. Я очень благодарна лицею. Это стало вообще, лицей стал моей площадкой для развития. И я никогда не жалела, что перешла, что поступила, потому что здесь мне открыли просто все двери. У меня было столько возможностей, и я всеми ими воспользовалась. И, в принципе, в лицее царит такая дружеская атмосфера, когда ты можешь прийти к учителю и взять у него не только как бы помощь по уроку, но и также жизненный совет. Диана Шленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.